Анонс с 21 по 24 из серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Как мы помним с предыдущих серий, Саша встречается с помощником певицы и хитростью уговаривает его посмотреть объект удаленно, а Градский активно включается в проект и даже сам помогает вести работу. Он понимает, что начал привязываться к Саше. Капризная певица осматривает дом, который готовила команда «Стил», и постоянно флиртует с Градским. Звезда высказывает свои придирки, и Саша, не сдержавшись, перечит ей в ответ. Теперь весь проект под угрозой срыва. Саша не знает, как вести себя в патентном бюро, но сдаться не может, ведь вся команда рассчитывает на нее. Тогда Саша вызывает на помощь свою хваткую подругу Риту. Сергей готовится отпраздновать свой день рождения и очень рассчитывает на внимание Саши, но девушка как раз решает дистанцироваться от мужчины. Продолжение вы сможете увидеть в очередных сериях, которые выйдут с 18 по 21 марта на ОКО. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.